Все, можем начинать. Включаем музыку, только надо тихонечко включаем. Ну что, поздороваемся со всеми или так будем? Да, здравствуйте. Сейчас, подожди. А. Музыка громче тебя играет. Надо хоть... Ты громче говори. Громче? Да. Я вас не слышу. Я не слышу, поднимите ваши руки. Ну что, начинаем? Да, привет. Привет всем. Сейчас сидит в чатике. Это наш первый выпуск, ну не выпуск, да, это стрим первый. Чуть-чуть будем нервничать. Ну все равно, давай, короче, я начинаю с вот этой хренью. Качество плохое, ну я не знаю. Меня такое качество устраивает. Давай, нам же с нами вместе, да, играть? Давай начнем, ну, да, найдем. Да пойди, нет, давай ты на одном будешь сервере, я на другом буду, будем комментировать. Так, какой же сервер? Да, давай любую карту, ты же их знаешь. Сразу скажу, я ужасно рекурс. Зрители пускай скажут, какой они карты хотят. Да, но у нас еще задержка, и ты будешь ждать год. Ну давай посмотрим. Ну что, год? Говорите в чат, что вы там хотите. Да, быстрее только. Так стрим закончится, пока вы карту скажешь. Терминал ДМ. Все, ты красава, братан. Дай бог тебе здоровья. От всей души, ты первый, кто нам написал, спасибо. Так, терминал ДМ, бедмач. Да какие пароли, давай. Пустой сервачок. Что, вдвоем будем играть? А? Вдвоем будем играть, друг против друга? А чё друг против друга? Он ты сказал пустой сервачок. Сейчас я ужасно буду раковать в поисках карты. Хотим стрим-мапу с паролем. Ну, чуваки, мы тоже ее хотим. Ну, да. Но у нас ее нет. Мы просили админов там, дайте нам чуть-чуть промокодов, ну хоть 3 штучки. Да, нет, мы посмотрим, какой стрим будет. Да, стрим будет хороший, я уже чувствую это. У нас уже 2 минуты, я не знаю, что говорить, но я буду шокать, мы с Украины. Блин, так и хочется. Пока что будем без ограничений по стволам. Да, это все равно. Что, терминал какой ты там выбирал? Давай, говори быстрее. А, первый попросили этот... Кого? Что он там попросил? Это тот чувак, который мне здоровья пожелал? Да. B5 чувак просит. Ну я, конечно, я тоже такой, чтобы за B5, но... Ну ладно, давайте терминал. Ты видел, что чувак пишет? Какой, терминал? Стало в студию, ну да. Терминал, так, давайте. МСК-6, терминал ДМ-6. Это дэтмач, да? Так. МСК-6, терминал ДМ-6. МСК-6, терминал ДМ-6, да, давай. Он пустой, да? Ну, если я на тот подключился. Ну, заходи на него. Ну, я захожу, я вроде же на тот подключился. Ты, ну, ты в стриме можешь глянуть, какой я подключился, если ты скорострел такой быстрый. А пока задержка, мы уже успеем. Я захожу, да? Ну, я именно или нет, да? Или ты дольше меня заходишь? У меня сейчас еще карта вскачивается, как я люблю. Ну сейчас он... О, Hold to Hell, давай быстрее. Ой, отличненько. У Олежки интернет. Сейчас, подождите, 5 секунд. Да, это просто отлично начинается все. Давай быстрее. Да тут уже, ну, все зашли, кроме тебя, дурак. Давай, меня уже имеют. Зашел. Давай, ты хоть... ну сейчас посмотри, как я ракую. Вот первый мой ран. Ну мы хоть онлайн этой карты поднимем. Смотри, у нас есть зрители. Это ж они слушают. Что, он крутой чувак? О, ты смотри, это, блин, бессмысленно. Ну, я... Ты смотри, они уже сразу, они на спавне стрельня имеют. О, я первого, кого? Лорд, дай бог тебе здоровья, братан, я тебе ХП скину от Олежки. Давай, короче, нам бы попросить подставной какой-то сервер, понял, только нас двоих ждали. Ну это если бы не твой корявый интернет, мы бы уже, ну блин, смотри, тут просто все типы именно 61, 65 и я с 36, еще не с моей страницы сошел. Нормально. Главное не нервничать, то что я, наверное, не смогу. Ох, хорош, ассасин. Ассасин это тот, который в чате писал, красава. Он попросил B5, по-моему. Это, знаешь, мне напоминает вот этот стрим, как радио какое-то, нас тут просят, там, передайте привет, пожалуйста. О, Hold to Hell там кого-то убил еще. Чё себе. Ну все смотрят, как я ракую.
Все, и все смотрят, о, хорош, ой, хорош там. Спасибо, чувак, который на крыше, если ты меня слышишь. Дай бог тебе здоровья. Я тебя видел, ну я тебя почти... Так, капец. Вот это меня имеет. Если бы ты смог бы посмотреть, как меня имеет. Я еще не вышел со спавна, меня уже имеет. Я просто стреляю косо. Блин, это пиздец. Что ты ржешь? Ты не лучше. Надо бы тебе стримить с того экрана, ты хоть играть умеешь. Я играю второй день. Там попросил, говорит, сыграй, сыграй. Я даже не успел прицелиться, этот лорд меня уже снимает. Стрил. Моим одним килом, понял? Моим одним килом и семьи, как меня убили, семь убийств моих. Ух, там ё-моё. Ой, спасибо. Там меня выручают, понял? За мной кто-то бежит. Я просто нервничаю. Мне надо успокоиться. Может, часа через два я успокоюсь, и тогда, когда стрим закончится, я, может, кого-то убью. Ой, я был близок. Я был близок убить его ножом. Кстати, скажи, там я какого-то типа с ножа убил, там какой-то, я не знаю, я играл, когда пробовал. Скажи его, Ника, опозорил. 59 рун, по-моему. Я его с ножа убил, даже я, вот видите, как я криво играю? Я даже Да. Сколько нас там смотрят, статист? Давай, я тебя буду отвлекать, чтобы ты хуже меня был. Ты же на весь экран играешь, да? Да я могу посмотреть. Ну давай, после следующего... А, ну давай, ой, еще на планшете. Да смотри, они все, короче, подключали, все или в засаде сидят. Блин, да потому что все не хотят смотреть, как меня имеют. Просто, ну именно, типа, тупо выносят меня. Все хотят попасть в стрим. Ну, все равно во второй вкладке это по-любому. Кто-то хотя бы слушает. И то спасибо, что слушают мой рэпчик. Рэп как хлеб. Да блин, я даже не успел прицелиться. Который нам задолжал денег, мы попросили, он должен нам их простить, если мы его пропиарим. Да, ну мы включим его трек. Подожди, а чем музыка закончилась? Сейчас подожди. Не, музыка играет настолько тихо, что даже я не слышу. Вот так. Это уже получше. Да я думаю, ну хоть пацаны хоть музыку послушают, не наш пьяный бред, а хоть музыку какой-то. Не, я бы уже пьяный, наверное, снимал бы. Нет, а я бы не смог бы, там мат на мате был бы. Я и так, в принципе, перед этим, кто там подключался, смотрели, там футбол и шел. Ё-моё, кого я убил? Это второй, кого я убил, интересно. За всю карту я убил хоть 5 человек? Я вот сейчас реально играю первый раз в жизни с такими именно, ну, нормальными типами, по твоим словам, что именно хорошо играют. Блин, какой у меня маленький словарный запас. На этом я только это понимаю. Там хоть нас слышно вообще? А, ну да, нас слышно, что. Я же наигрался. Давай кинем гранатку, покажем, какие взрывы есть. Ой, я как обычно в себя кидаю гранату, ну. О. Кто это такое? Да никто нас не смотрит, кому мы нужны? Ну выбежите кто-нибудь, ну можно я... Ой, хорош, там чуваки на крыше дерутся. Он меня даже бьет. Ты шо? 1% хп. О, ну. Это чувак, который я пожелал здоровья, понял, он меня добить решил. Думаю, ну нафиг ты мучаешься, имбецил, играть пойди научить. Ну хоть бы напишите в чате, как я криво играю, ну мне даже не интересно. Я хочу позлиться там кто-нибудь. Там же... А глянь, ну они тупо меня имеют, Вот тупо имеют меня, вот, ну, другими словами не описать. Имеете Олега, ну, может потому что он не рак. Ух ты, 18 типов положил? Да писец, ты хоть целься мимо. Ты там понял, если кого-то видишь, это буду я по-любому именно так раковать. Целься мимо хотя. Я тебя хоть убью, давай нам бы подставных набирать там, попросить кого-то. Блин, ну вообще нереально играть, ну, убивает меня. Я бы уже вышел с сервера, честно скажу. Ой. Погоди. Какой ник у твоего друга? Кто друг, а кто не друг? А я не знаю, кто друг, а кто не... Лорд я вроде, да? Я предпоследний. Ну, меня уже все даже... Воу-воу, я третий килл сделал. Ого. Все, я завязан со своей баскетбольной карьерой. Которая у меня, я не занимаюсь. Да ладно. Да
Да ну ты не гони, они что, ты что, даже санав кто-то бросил, ничего себе. Это кто-то тут сидит? И тебя прибили? О, привет. То есть, что когда играешь, лучше стрима, а... Блин, он тебе заебал! Пип-пип-пип-пип! Я почти мать укнулся, я продержался. Да ну, это нереально, ну как и люди, все, стрим заканчиваем, переходим на футбол, там я хоть выиграть мог. Да нормально. Они же хотят меня разозлить, ты понял? Смотрите, ну. Я хотел стримить, ну. У меня просто говно интернет. Да, но... Да, и говно игрок. Да, вот такая вот у нас дилемма. Да, но нам хоть что-то посоветуйте. Меня уже сразу гранатами забрасывают. Я еще не успел выйти, меня уже забросали гранатами. Злить его, пишут, злить. Злить его, так. Неужели... О, Ассасин красава. Ассасин. Я всегда любил эту игру, братан. Как и тебя. Да ну блин, он вернулся и убил меня. Ну ты ж нечестный. Я тебя никогда не любил, ты. Ассасин. Слышь, ты, да. Бычара, питоны. Питоны, я хоть на последнем месте, даже есть раки, которые хуже меня. Смотри, я свою боевую задачу сделал, я 5 человек убил. Женя, тебе пишут, что ты мой. Я знаю, спасибо. Головой. Я еще одного убил. Тут хоть... Блин. Ну ты просто не B5, ну и на B5 меня точно так бы имели. Сколько мы, раза два, раза по два на карте поиграем, ну именно полных матча. Да, где-то так? У меня руки трясутся, не знаю. Чё, ну... Ну блин, ну там же ж меня спалили, ну ладно. Сейчас кто-то ж обойдёт меня. Ой, блядь, спалили меня. Ну ничего страшного. Ну уже, ну блин, ну уже на спавн граната летит, я еще не успел возродиться, они уже лупят по мне, вот ироды. Питоны, просто питоны, это ну, бичар. Какой мат? Ебал мат. Я, может быть. Я, наверное, сказал мат. Ну, может быть, я не знаю. Блять, ну с непривычки очень тяжело. Да ну да, ну. И то мы тренировались сколько? 2 часа без мата, ну просить. Ну, я не знаю, я только в школе так могу. Оху! Вот это я жахнул. По ножкам. Да ну я хоть убил. Фу, ой, я гранату кинул, меня вот так трясет всего. Не, они просто, ну, если вы меня разозлите, то будет интересно. Самый будет интересный стрим, наверное, за все года. Да? Я просто ни одного стрима не видел до этого, так что. Я убил даже Дарка наемника. О, мы уже проиграли. Да чё, я на 4-м. Смотри, у меня даже 1000 репутаций. Откуда? Как ну, такому нубу? Кто качает? Ну, мне, ну это... Не, я извиняюсь, конечно, это не моя страница. Я ничего не могу сказать. А сколько я хоть убил человек? Ай, блин, статистика обновилась. Пульт получает свой заслуженный 100 репутаций. Это единственное, что мы можем подарить. На данный момент. Я 9 тел убил, прикинь? Ты что? Да. И кисло. Навряд ли кто понял это. Давай, отыграйся. Смотрите, я хоть репу качаю. Не качайте, это не моя страница, я потом зайду со своей и потом прокачаете меня. Кто меня слушает? Я не знаю, что со сервером. А, ой. Козел сервер. Кого? Да, ну пойдем тогда 3 матча на B5, да? Да, давайте на B5. Там понял, надо. Картинку вставить. А, можно же знаешь как отдурить? Когда сервер выбирает в стриме картинку выставить за линию, понял, как это черно. Но это на следующий раз так будет. Чтоб сервер не узнали, как называется. А потом хоть подключаться, когда уже мы подключимся. Так, вот тут сервера почти все. Ну вот, MSK1, B5, 12. Туда мы не подключаемся. Хотя подключимся. Ну ладно, подключаемся. А, даже максимально. Ну вы быстро. Понял, я еще, ну, блин, а у нас еще и задержка стоит, прикинь. Да, походу, по идее, уже добрый. Да только мы сказали. МСК-1, Б5, 12, он 2 из 16, ну ладно. Так, давай еще, ну ладно, что-то... Игры на стриме я видел. Ого!
Ой, смотри, Б7, он почти весь пустой. Что, нам нажать? Окей. Давай, МСК-3, Б7. А, ну тут несколько серверов. Тут еще угадай. МСК-7, Б7. Все, подожди, МСК-7, Б7. Подожди, еще не подключайся. Все, подключаемся, есть такое. Ты уже проумыкал, я так понял? Ножи. Так что, ну сейчас какой-то зайдет и будет именно, чтобы нас поиметь, меня позлить. Не будет с ножа. Самое интересное, знаешь что? Что уже, блин, мы... Я сказал, блин, там тихо было сказано. 25 минут стрим ведем, это с самого начала. Ну, а так 16 прошло по официальному. И 0 потери кадров. Это меня радует. Вот, тут бойцы. Там, ну тут, смотри. А, ну тут, в принципе, все те же, кто играл с нами, подключаются потихоньку. Ну, пока Gold to Hell подключится, будет он в наблюдателях сидеть. На ножах же. На ножах же. Да, ножи. Ножи, 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 ножи. Ножи, ножи. Так сейчас кто так имеет нас? О! Меня убили с ножа! Ну ничего. Тут, как обычно, проклятый нож, твою мать! Начинается. Так твою мать, это ж не мат. Ну блин, меня с ножа зарезали. Меня, я ж убивал с ножа. Я ж самого рак. Да ты смотри, я вообще никого убить не мог. Я хоть бы урон наносил бы. Это надо. Да он меня убил, ассасин! Я даже на ножах ракую. Скринить надо. Ты, наверное, там по-божески всех разносишь. Подожди, какой у меня Е-нож? Отлично. Теперь я уже знаю, какой у меня нож кнопкой. Да не, я знал. Ты так понял, меня втыканул, кто меня слушает. Там еще эти... Песенка хорошая играть, ну... Надо было под шансончик, вот именно, понял? О, отлично. Отлично, музыка громче стала. Олежка, ты тут? Что с тобой, да. Братан? О, я вижу, что... Мой интернет. Там мой интернет, что-то я вообще никого не вижу. О. Так, ну, мать, ну, я еще тут даже больше ракую, чем раковал. Да, ёлки-палки. Ну, что за хрень? Да ну хоть кого-то, это ты? Да ну блин! Ну блин, ну как я ж убивал всех раньше с ножа, ну как я вообще никого не мог убить. Страница какая-то проклятая, смотри, даже Реал Мадрид убил двоих. Кстати, прикольный клуб, я против Барселоны, кто в курсе, кто в теме. Да ёлки-палки, я так бы... Она на стриме или просто? Я не знаю. Да ну блин, ну капец! А, как я обожаю ножи. А, он, значит, он смотрит нас, я уже понял. Да ну хоть кого-то, ну ебу на мать. Ну глянь, ну это... Хоть включай вебку. Да я знаю, так это же прикольно, вы о чем? Я специально ракую, вы думаете, что это игра, конечно. Я думаю, такая про канала, да? Прикол такой про канал. Не, не про канал. Ну ладно. Так, давай. Ты понял? Я хоть как-то держу. Да ну я вообще не могу, ну передавать тебе в руки стрим, вот играть, ну блядь. Ну вот реально режет меня без ножа. Это читак. Дай, показать класс мне. Сейчас я пока посмотрю, что у нас тут творится в чате. А, у нас 19 человек смотрит стабильно и отлично. Ну, на тех. Еще, ну, это ж по-любому кто-то еще, ну, смотри, тут играет сколько, 7? Так и хочется тебя зарезать, пацан. Да ну я сзади, обвернись, кто бежит по блокам, Кто сейчас внизу? Да ну меня солярка, да, или как? Капец, ники полный. Солярка. Да, солярка. Меня тоже она делает. Там, меня все делают. Ты меня сзади зарежет. Ну хоть кого-то, ну пытайтесь мне, пожалуйста. Я бы... Ну так надо подставных. В следующий раз, понял, собираем подставных в серии.
И тупо на бэкап летаю. Это капец, у меня уже 20 минут имеют. Ах, а, ну... Я хоть бы одного, вот смотри, ну поддайся мне. Блин, ну солярка, ну поддайся мне, ну блин. Я тебя с трактора сливал. Ну... Я же... Да ну... как я ракую! Ты прикинь, 14-0! Я не думал, что так бы дорог... О, есть! 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 Я тебя убил, да! Фух. И киса. Первый пошел. Блин. Собак. Ну один уже есть, ну. 5-18, да мне надо Реал Мадрид догнать. Ну. Ох, вот это хорошо. На тысячу мелких ку. Да у кого там 25 бомб? Красава. Давайте, я его пытаюсь обогнать. Смотри, ну как так раковать можно? Ну блин, их больше никто уже. Не, все будут смотреть, как я ракую, серьезно говорю. Я, ну я не вовремя, понимаешь? Такой еще. О, я понял. Реал Мадрид пошел. Я второго убил. О, третьего убил. Ой, ну меня зарезал ассасин. Ты смотри, я разошелся как, ну. Я ж не мог убить. Опасный поц. Я ж не думаю, поц это не будет засчитано как за матер. Нет же, не будет засчитано как за матер. Я понял, я сильно поздно нажимаю, я тебя просек, что я не убиваю. Я поздно, короче, понял, меня нажимаю. Я уже, когда я в тело вхожу, надо до, по горлянке резать. Ну, сейчас сзади кто-то с ними, давай спускайся, кто-то на блок. Ой, хорош! Хорош, хорош, хорош дал, я посмотрел. Читать, блин. Я тебе в жизни ногу сломаю. Поддавайся мне, ты понял? Ой-ой. Ты там меня обходит сзади. Эй, вот это тут пати. Пати хард, понял? Ай-яй-яй, я не успел. У меня... Вот это тут пати хард, я тебе говорю, это капец. Ай-яй-яй. Он загрузился. Он понял, он... Нет, он думал это, как... Ой, я от огня чуть не погиб. Так и хочется стрельнуть, ну нельзя. Ай-яй-яй, go to hell. Это капец, это позор. Это, ну, это просто позор. Кто мне даст какой-то там промокод или что-то там говорил, что я играть не умею. Это просто сильно-сильные игроки. Этот чувак 36 раз уже зубил. Чувак сделал проб. Гагарин сделал проб. Ой, хорошо, меня Блуди Вольф. Уважаю, там все, что связано с волками, я уважаю. Да, ну нормально. Про это мы еще. Блин, я так и хочу вот этого убить, вот этого убить хочу. Вот тут патихард собралась опять. Опять меня. Да, ну ты, блин, он не мог зарезать того, кто справа стоял. Обязательно меня надо. Да ну я как Хованский уже, ну вот это у меня точно. Ох-хо-хо-хо-хо. Будь его хорошо, он режет. С пистолетом быстрее, да, ты говоришь, ходит? Я вообще не шарю. Я каким-то чудом там взял на своей странице 17 уровней, я не знаю каким чудом. Ну так я что. Ну, мне казалось, такая нубовская какая-то игра. Ну ничего, тут а вот оптимизировали, да, это под. Ничего страшного, посмотрим. Я такой чушь несу. Та, ну тут ты сделал, пу. Хорошо, резанул. Конечно, я не спорю, но. Ну ничего страшного, мы отыграемся в следующей жизни. Когда я уже 37 раз сдохну. Отлично, Олежка потерялся, это вообще отлично. Пытаемся восстановить связь. Олег! Олег! Сейчас в скайпе начнет звонить Ирод. Когда я... Там Ирод, ну что ты творишь? Ну, ты специально! Нет, только вот именно в момент, когда я должен был зарезать, ты набрал мне.
Подожди, полсекундочки, я проб убил бы, это был бы четвертый мой килл. Тут патихард опять собрался. А ну как он... Ой, я выстрелю. Случайно, я извиняюсь. Это было чисто случайно. О, хорошо. А что это за хрень? А что по... А, это вы... Это... А! Сразу видно, кто тут настоящий патихард. Да ну япона мать. Ну как я его не зарезал? Ну... Я не знаю, ну... С днём травки. Ну, Гагарин точно на Луну полетел. Это было не шутка, понял, да? Именно так в тему прошло. Смотри, что это не... Да. Ну как я... Да ну как я его не убил? Ну... Привет! Я выпью водички, наверное, успокоюсь. Ой, спасибо тебе, Реал Мадрид. Чтоб ты выиграл в этом сезоне все матчи. А Криштиану Роналду лучше, все знаете. КД именно четко. Так. Что заново? Что опять? Да, заново. Опять на ножах, да? Так сейчас кто-то начнет стрелять. Ниже пояса. Если я начну стрелять. Оу, я зарезал! Реал Мадрид, я тебе говорю, что ты самый четкий. Ой, я еще одного зарезал! Если вы видели, как он комментирует... Да, ну... Ай-яй-яй, вот меня Реал Мадрид отомстил мне, молодец. А какой уровень? Да, всего 59-й. Заскринь пока на втором месте. Люблю я его. Второе место. Ай-яй-яй-яй-яй. Да сейчас... Ой-ой-ой, ты так залагал, что... Что... Да я что, он не занул! Да уж. А представь вот этот скайп и конфу собрать и стримить. Ну это ж так же интересно будет, никто смотреть не будет. Так, ну просто тупо поиграть можно и собрать. Ну ничего, мы как-то соберем. А он смотрит? Он... У меня тоже наблюдателя. Вот это ты задрал лагать уже. Что ты с интернетом? Выкини свой галимый укрепляком. Сейчас нас понял интернет. Бум, Олег потух. После слова галимый укрепляком Олег потух. Ну что, Олежка? Что, серьезно потух или? Ой-ой-ой, как ты лагаешь? Ой-ой-ой, это даже не описать словами, как ты лагаешь. Ой-ой-ой, сейчас меня зарежут. Ой-ой-ой, этот чувак крутой. Так как я мимо, ну я маханул, я его кулаком бы убил бы. Я вообще стою. Это ты сейчас? Да. Сзади режет. Да ну сколько можно уже? Да ну сколько, да ну наконец-то. Ну вот это вот наконец-то. Я терпел 5 минут, наверное, стоял там. Давайте сало вместо... Вместо чего? А, можно, можно, можно. Сало, только нам... Ой, у тебя сейчас такой звук, как будто ты сейчас реально за салом пошел свиней резать, свиняли. Да, так и хочется выстрелить, да? Нельзя. А, это типа, знаешь, это поставьте песню Стаса Михайлова. Поздравляем с днем рождения, передаем там счастье, ему здоровье, да? Типа такого. А у кого с днем рождения хоть? Ну, чуваку повезло, наверное, там. Романчик 4К. Ай. Хорошо. Непонятный. Ну просто непонятно, понимаешь? Да. Да ну капец! Я лорду, наверное, точно сало вышлю. Потом свяжемся со мной после стрима. Это понял, как Мэдисон ищет азиатку в стримах, так и мы ищем азиатку.
Ну, только мне не азиатку, давай кого? Он пишет, этот романчик пишет, я пою. Да, а, да, есть ролик, кстати, на я вставлю потом. А, тут же не знаю. Да чё? Я тебя на стенку отправлю. Кто там? Кто хочет посмотреть на поющего Гул ту Хэлла, я вам скину его лично. Да, в тельняшке. Да. Не хватало нам еще, чтобы тебя. Мне нравится это, ну, мне нравится стримить тем, что ну не записываешь, что это дрявый летсплей, там вот монтировать, знаешь, ты там. Ни хера у тебя никогда не получается, ну. Такого. Там РК, ну РК, смысл тогда стрима будет такой. Ну, так мы можем без стрима собраться, там, допустим, суббота, вот завтра, там, допустим, или в воскресенье, чисто кто вот смотрит сейчас или играет с нами, то вот именно. Там я уже просто смогу выразить все свои эмоции. Ну, хотя, если это будет вечер, это будет суббота или воскресенье, то я навряд ли смогу выразить свои эмоции полноценно. Ну, то если это будет день или... Ой, хорошо. Ой, это просто Реал Мадрид просто, мне понял, поддался именно. Я, он стал... Ничего себе. Кто, ты слил? Да. А я тогда 3, да, убил? Ну, сейчас я хочу больше убить. Ой, хорошо, там разорвало кого-то. Да, но я хочу побить свой рекорд. Я маханул... Ой, я выстрелил случайно! Я еще маханул мимо, ну как там, там так именно не так руками махают, так уж, ну, кулаками уже вырубили бы, наверное, друг друга, если можно было бы. Реальность. Да. Нормально так, хороший. Ну, по крайней мере, мне сейчас вот именно тупо нравится. Я сейчас играю в кайф, и меня режут просто этот. Я тебя потом выскажу после стрима. Кто ты, я сейчас понял, запишу на листочке. Ну и. Я так и не понял, короче, понял, уже общался. С Лёшей спрашивал у него за насчет Майнкрафта, типа, чтоб он у Димы спросил. Потому что Дима полный мороз. Ну, да, я... Да, ну я не знаю, о чем говорить, можно пока поговорить. Кстати, лицуха Майнкрафта, никому кто там, есть такие у нас школьники, какие играют в Майнкрафт? Ну, тут все школьники, я надеюсь, на это. На что Уди... Не очень школьник. Сколько ему? Такой же, как мы. А, ну. Лорда. Сейчас, подожди, ты россиянин-то, и тут я же не могу сказать рашики, ну, я бы сказал, но там моя аудитория вся обидится. О, 15 лет, он нормально. Смотри, у нас аудитория, в принципе, нашего возраста. Ну, ты... я дабл сделал. Все, я на тебя квартиру перепишу. Кто там, ну, если россияне, в принципе, ой, как я маханул рукой мимо. Да, ну как я маханул второй раз рукой мимо? Ой, там я уже полез, понял, в толпу именно, там я хотел, как этот, как принц Персии, достать два мяча, читкануть, понял? Не, ну там, короче, это, как вы, добавляйтесь ко мне ВКонтакте, я вам, ну, это, насчет Майнкрафта, лицухи и прочих аккаунтов. По дешевке, ну, нульц, я не думаю, что там самый дешевый у меня цена. О, я убил ассасина, это четвертый, я побил свой рекорд. Все, завязывай играть, если я тебя уже... Ой, я кого-то перегнал! Это, ну, это специально пацаны поддаются, понял? Ассасин же на прошлом матче и так играл именно как бог. Тоже, наверное, на предпоследнем месте был. Ну, нормально. Я опять туплю. Тупо бежать, понял, в толпу забираешь. Е-е-е. О, убил. Отлично. Я блуди во... я хотел сказать, самого лучшего убил, но не самого лучшего. Все-таки. Ну ничего, пацанов статистику подпортил, наверное, там думает, вот это рак меня убил. Ну, в принципе, как и все думают, те 5 человек, а 6 человек, которых я убил, я уже в 2 раза, понял, рекорд свой бил. Да ну я ж не так, я ж ножа раньше. О, убил еще. Да ну я только рака выношу, что ты хочешь. Заслуженных. Да, кубок рака надо создать. У меня? Да. У меня на Е. Я. Мне так удобнее. Мы просто, понимаете, у вас же руки ровные, а у меня кривые, у меня. Мне так удобнее. И скрутить руку полностью, и так, наверное, нормально будет.
А прикинь, сейчас кто-то нас смотрит, тупо не понимает, чего мы угораем. Тупо думает, вот это лохи. Серьезно, ну я бы так... Ну, в принципе, да. Ну, может кто-то смеется над нашими дебильными шутками, которые не прокатывают наши заготовки. Вырывали листочки с блокнота, Олег. Наши заготовки не проходят, наверное. Да, наверное. Да, ну я его костыльну, я не знаю, я его точно костыльну, я ему голову разрезал, но у него, наверное, хп отнялось, понял? Кусок головы, шаурму сделаю, пойду с нее, наверное. С салом. С мозгом. С кусочками мозга за 25 рублей. Лицуха Майнкрафту будет. И кусок сала, понял, в подарок, кто мне купит. Ох, я так взлетел! А сколько дашь? Два раза. Да, это как, ну, 16 дней. Ну, у нас хоть вопросы задают, так хоть интереснее. Задавайте такие интересные вопросы, там, сколько раз ты, ну, я могу сказать, наверное, дрочишь, там, или так далее, это, ну, вполне нормально. А, ну, занимайся анонизмом, вот так будет как-то цивилизованнее, да? Там, понял, ну, типа такого, вот это интереснее вопросы, вы хоть поржем, хоть мы хоть. Тут что, есть не русские? А, ну, я извиняюсь. Да, тут есть русские. Слово аноним. Давайте сюда. Давай еще разок и. Да, вот именно. Мы любим же нас, именно. Подрючили, да? Вы уже заметили по моей статистике, как меня. 9 дабл. Хорош. Не, два тут отыграли. Сколько раз в день ты расчесываешь? Я расчесываюсь? Да. Один раз. А это знаешь, как вот... Погоди, а какие голос? Там их сказали. Блин, это я хотел только что пошутить над этим, ну ладно. Да, там, да, два раза там расчесываю. Там лысый. Так куда? На B5 пошли, это уже, блин, будет такая интересная уже. Посмотреть. За эти несколько дней. Да, я хотел рассказать, как я начал играть в эту. Как я докатился до такой жизни. Да уж, конечно. Ну, тут, конечно, на B5 такие популярные сервера, я смотрю, что, блин, столько игроков, что херп мы пройдем куда-то. Давайте лайкхаус, я типа найду его. А какая там новая уже говорили, да, добавили карты? Какие новые? Evac 2. О, давай на Evac 2. Там, наверное, людей. Я посмотрю. Там есть... Только я вижу Evac. А, вот. Ни хрен. Они... Я любой нажал. О, ну тут хоть по-божески. Тут два сервера, да? Давай на MS. А, забиты, разве? Ну, смотри, там по два человека. Ну так я сейчас подожди. Давай, короче, давай на, наверное, МСК 7 Evac 2 ТЕ. Мы не заходим, а быстро заходим на МСК 16. Ну, с твоим интернетом, наверное, я зайду, а ты будешь... У меня его нет. Ну ладно, не получился фильм, давай другую карту. Ну, давай, какая тут мало людей, какая, мне все равно. Какой? Ой, я такой не знаю. Сейчас, подожди. Он 10-40 всего. Ай, печаль. Седьмачевый фарбсайтер. Давай. МСК-5 фарбсайтер. Сейчас, подожди, фарбсайт. Как он называется? Ему найти. А, да. А, все, нашел. Вот я рад. Мне не так слышалось. Какое ты говорил, МСК, сколько? Станция будет следующая. Кого? Что ты мне хр... Ну, говори. Станция будет следующая, хорошо. Следующая станция, река. А, да, река Дон или Москва. Так, какой север? Ого, я даже третий нашел. МСК-5, Парксайт 1, быстрее. МСК-5, я пока найду этот МСК-5. Парксайт 1, да? Да. Ну, я, по крайней мере, подключаюсь, а там посмотрим, как оно будет. О, ну может тут у меня хоть шансы будут какие-то. А, это я с какой-то хренью опять зашел. Я все равно не смотрю. Я не знаю, я никак же не...
Вот ты ебискус. Ага, я не успел, и теперь я прокомментирую. Пистолеты. Пулемет. Ага, я буду мыкать сейчас раунд один. Я просто поздно зашел. Да я покомментирую. А кто такой ебискус? Это вот этот, что ты говорил, крутой чувак? Я пока по... Ну, короче, нам капец как везет, он с нами играет офигительное тело. Тело классное. Он сейчас нас будет всех иметь, да? Ну, кто там с пулеметом на сердце играет? Ты так сказал, да? Ну, я сейчас пока послежу за этим, за стримом. Ой, я что-то чуть-чуть, что-то я полез не туда, чуть стрим. Короче, я чуть не нагнул весь стрим, не положил, я больше не буду. Ортус. I'm legend. Легенда вот этот прикол. Я смотрю, нормальный тип такой режет, хорошо у вас. Ну, левый ему тупо везет. Ну, ему тупо. А левый. Пистолет. Братухи, подгони на днюху черный пистолет. Слышал эту песню? Ну ты шутканул, конечно. Эта заготовка прошла, да? Я могу пока водички попить. Утренняя роса заканчивается, у меня еще 5 бутылок спит, да, утренние росы. Ты не обижай наших зрителей. Я переключу пока кадр, да? Могу ВКонтакте. А, ну я пока ВКонтакте могу посидеть. То мне про... А так они смотрят игру. Они ж не игру даже смотрят, они смотрят заставку. Я ж не могу зайти, сервер заполнил. Я ожидаю свободное место. Я могу так тупо пробел сидеть, клацать, но смысл? Я, ну, они видят, ну, они ВКонтакте мой не видят же, что они видят тупо этот, как его, ну, экран. Они только видят да, этот, Contract Wars. О! Спасибо, кто мне место освободил. Ой, я взял, ебана. А, мышь на пистолет, я забыл. О, хорош. Сейчас надо сразу поменять. А, у него весь... У него весь... Он, это, или не тот стрима, или... Не наш, короче. Знаешь, ты смотри, ты меня режешь. У меня какой-то пистолет фиговый, я не знаю, ну... А... Нет, нет, у меня беретта какой-то. Это хороший? Ну, меня просто сейчас меня выносят так, что... Капец, я просто карты это не знаю. А я убил этого. I'm legend. 3, 2, 3. Ух, у меня патроны закончились. Так давай перезаряжайся быстрее. Меня Реал Мадрид убил, пока я перезаряжался. Да, легенды дошло, что только стрим или как? Ну да, это знаешь, это я выбил бы минометный удар, а потом до меня подошло, что он на пистолетах. Ну, понятно, он чат не читает, наверное. Вот это я полегче, парень, что ты как-то. Тут как-то у тебя пистолет такой превратился. Ебискус. А что он дурит тебя, да? С трусов. Давай. Дробаш. Меня кто-то режет, я понимаешь, не вижу откуда. Именно так хорошо. Ой, как хорошо. Куда ты делся? А, ты тут кто-то тебя усрезал, да? Ой, хорошо. Ну тут я хоть 4 убил уже. Это уже не такой ра. Не такие раги. Ну я. Ну если ты сказал, то я кинул какие-то кусты, может повезет. Не повезло. Есть шанс.
Это мне. Кто сделает? Да, да, кто, кому? Ты же назови наши ники, мне. Нет, ну, в принципе, возможно, и тебе. Потому что... О, привет. Ты типа меня специально не убивала? Чтоб я тут... Да ну-ну, а что ты... Ты что, я троих снял? А что я так медленно ходить начал? А, я присел. Я солёр, короче, парень, пацаны! И киса. Да ну он, такой ГОК, это что ты говорил, забаганный, вот это он там работает не так. Да, ну кажется, что пофиксили. Пофиксили, не знаю. То это единственное, что мне понравилось твоего стиля с этого видео. А, и музыка в начале. Да не, я шучу, нормально. Да, вот рак меня убил. Я 8 тел уже вынес, понял? Это как бог. Ух, это задержка у меня такая, что ли, бывали? Ой, блин, вот я тупанул. Да у меня видно, у меня вообще. Да, нам расскажите, что мы так делали. Дядя Никита, так. У меня уже задница затекла, сидеть на одном месте. Я хоть карту выучу. Оп. Ой. Ой, я с ножа. Вот видите, я начал с ножа двоих убил, прикинь, вот где я был на той карте, вот объясни. Он у меня третий уже, меня Реал Мадрид добил. Вот просто, ну именно понимаешь, ну тупо бегал, ну не мог с ножа никого убить. Вот хорошо. Да, я вижу сразу. Тебя не слышно или кого не слышно? Да. Ведь я понимаю, что у тебя звук именно, ну... Ай-ай, ну что ты, без помня? Короче, просто... Вот два уровня... Вот... Сделал ускорение на самом... Да, ну ты шипеть начал так прилично, но я... Ну ладно. Короче, ты графон-то... Русских. Так, 10 рублей русских я, по-моему, не дал бы за него. Но хотя сколько на нем записано прикольных летсплеев и этих, ну, которые, по крайней мере, нравились нам. По крайней мере, да? О, хорошо меня. Да, вот этот ебускус, хороший. Или как его? Ебускус. Я не шарю, как я извиняюсь. Там кто-то хороший, ну, я вижу. А, ну ладно, ну так ты сначала сказал, я ж считать не умею. У меня режет хорошо именно так, прикольно. Ну, нормально играет, типа, ну оно видно. Руки у него хорошие, там, ровные именно. Насчет этого. Ну да, там заготовки прошли, понял, похвалили там. Но я хоть не на последнем месте. Есть еще хуже, чем я, вот он меня убил. Иду специально. Это где? Это кто где пишет, что? На стриме. Сейчас подожди. Возможно. Олег, попыт, у меня на марте. Ну, я не знаю, ну, по крайней мере. Ну, больше никто не пишет, кроме него. Здорово, Эйсприт. Ты хоть своих людей, да? О, мы нормально. Проковали прилично, да? Ну ничего, я предпоследний зато, но уже 10 сделал. Фух. Да у тебя звук именно хреновый, ты понимаешь, если, ну, когда мы разговаривали, начали в скайпе, у тебя нормально было, у тебя сейчас как хрипишь, то знаешь, как с подвала какого-то. Ну, это лично мое мнение. Прикинь, мы уже час стримим, ты заметил это? Ну, почти час. Что я могу сделать?
Опять на пистолета, да? А если так? Да ну, ну а ну говори. Ну так, фиговаста, ну. Это мой! Это мой! Да, я, кажется, я доставать, я забыл. Ого, я лидер по очкам, как это случилось? Так как и... Ай-ай-ай. Напишите, короче, типы, кому не слышно, ну, чтобы мы знали, тут только, только одному человеку не слышно. Ого, я этого убил! Е1, ну ты и дальше понял. Неси по-быстрому. Ну давай, ну перезвони мне в скайпе тогда, я не знаю. Ну может лучше звук будет тогда. Ну, четче был звук. Пока музыка. О, еще один написал, что я не слышал. Сейчас, секунду. А ну говори. Ну так получше, ну по крайней мере мне кажется. А ну. Не знаю. Вот сейчас звук именно стал не хриплый, понял? Люди пишут, что МСК-5 подставить 1, но он полностью заполнен. Ну там кто вообще не подключится, если никак. И какой-то Гагарин в космосе летает, подключается, если делать крошечки. Угу. В космосе летает, я тоже хочу так. Я опять весь дом придет, что-то бомбануло это все. Блин, надо было хоть поцелиться. Ну ничего страшного, я уже двоих убил, это и тура у меня. На B5, там карта маленькая, может я там что-нибудь покажу, хоть бы предпоследнее место. Но тут без гранат, что ли? Я бегу, спрячусь за дерево, террорист. Спецназ, он меня увидел. Меня все-таки увидел, да? Ну ничего страшного. Я сейчас потише начал говорить, там сейчас начнется писать. Тихо, сказал ли, что. Ну просто орать, у меня уже горло болит, я еще с футбола. До этого прямая трансляция футбола, блин. Ну это как. Спортивный канал. Там у меня один патрон, ну нормально. Так. Как у меня? Да, нельзя ж не матюкнуться, ничего. Но я честно говоря, как-то меня не тянет матюкаться, вот как-то играю. Что-то чувствую, блин, какую-то неответственность, какую-то хрень, понял? Ну, контролирую себя, по крайней мере. Ну, не то, что в моих сериях там у меня сколько. Я уже не помню, у меня 2 или 3 серии вышло. Да ну я четко тебе в голову, Олег, стрелял, ну ё-моё. Как я там, ну, может. Не, ну это я говорю четко. Там, ну, люди, которые. Может кто-то смотрит, по крайней мере, кто не играет на сервере, это по-любому кто-то ездишь. Вот я вообще мимо в него стрелял, легенду. Мне с пистолета неудобно, ну в принципе как и всех остальных оружий. Эта игра не для меня создана. Я не люблю такие игры, там где нервничать надо, воевать там. Что ты замолчал, говори хоть что-нибудь, ты там живой, ну хоть дополни меня, один я что-то рассказываю. Это так я снимал уже летсплей. Бог у меня хорошо. Как-то тут нерезультативный какой-то матч, всего 18 по убили за пол игры. Лучший игрок. И я хочу ужасно есть, но придется терпеть. Что не. Хочет люди делать, чтобы звуки игры было слышно. Тогда меня не будет слышно. Ну да, так и все. Ну, общая громкость звук. Ну давай, может на тройку. Не знаю, может так бы слышно. Ну вот так. Ну вот так вот слышно звуки. Ну я не знаю, возможно тебя будет слышно, возможно нет. Ну сейчас напишут, если что. Ну, нам просто статиста на следующий возьмем. Микрофон тебе купить, что ли? Лицо хуй не можешь у меня купить, а микрофон можешь, да? Я у тебя дайте куплю. Да, если я найду его. Я не знаю. А кто там кому толкается? 15 типов на смотре. Я сижу, мне микрофон в акции, я кричу на весь дом. Ну вот сейчас было бы, кстати, хорошо слышно. Ну ладно, буду так сидеть. Ух, хорошо. А ты, ух, ни хрена меня сливает. Даблки.
Ты на раках на мне качайся. У меня именно, у меня нету. Есть у него вебка. Если хорошо попросите, так, не знаю, рублями 10 мя на Яндекс.Деньги. На вебмане 10 рублей кинешь мне, я включу вебку. Следующий раунд, сказал Олег, заскринимся на танке. Все поняли? Ну, походу, все поняли. Ну, там же задержка, пока дойдет нормально. Ну, нормально. Я даже последний. Опять у тебя начинает звук пропадать. Ну, у тебя что-то с интернетом. Повырубай там хамачи, вот эту всякую хренати. Ты что, еврей? Ты что, тут? У тебя Steam открытый, и ты хочешь сказать, что у тебя дота не качается? Ты что, дурак или что? Steam закрытый. Так она не может по-другому качаться. Вот я дурак, я смотрел. Вот, задрот, вот, я бы сказал, матюкнулся, чуть не матюкнулся мне, ты меня заставил. Айскрин хочет к нам. Айскрин — это паблик, паблик, админ паблика, ТВ-фан. Ну так, дай бог ему здоровья передавай, счастья ему. Хочет к нам ходить? Мы ж, ну, попадет к нам на сервер, ну, не к нам именно, а именно, ну, где мы играем, по крайней мере. Ну, это, спасибо вам большое за реп... Да, глянь, он вообще режет меня без ножа, у него хорош, красава. Спасибо ему, что он дал нам в группе свою выложить. Если бы не он, нас бы не было, сколько там, 15 или сколько там, кто нас смотрит еще. Да, Олег, ну, хоть ты меня не убивай, ну, я на последнем месяце вообще ракую. В смысле громкость? Да нет, у меня все тихо, идеально. Ну, у меня, ну, настройки, я ж не знаю, как тут больше настроить, ну, по крайней мере, ну, сейчас подожди, может, у тебя настройки где-то положены. Видео, аудио. Да ну нет, нормально все. Ну, ну хорошо, сейчас подожди. А ну, вот сейчас, подожди, у меня просто, может, придется приостановить из-за этого. А ну сейчас... Ну, хай там кто-нибудь скажет, говори что-нибудь, чтоб... Раз, два, три, четыре, пять, бла-бла-бла, какашка. Сейчас я тебя это, как усилил в самом этом... А, хорошо. В самом именно в стримовском это хрень, понял? Ясно. Сейчас, возможно, ну, приложения все усилились, то есть музыка и ты аналогично. Ну, ты вместе с ними. Я не знаю, напишитесь, лучше стало ли так, как было, кто-нибудь. Ну, раз, два, три, четыре, пять, бля, да, ой. Вуль всех делает опять. О, теперь ноль, четко, громко. Отлично. Молодежно. Отлично. Лучше, все люди пишут норм. Евгений Козорло, ты бог. Какой Евгений Козорло, ты рак? А, да. Ты все. Епискус сделал, айштам килл сделал, епискус. Я не знаю, я не убил лорда. Лорд, ну да, все пишут лучше. Ну отлично. Понатыкайте там лайк этому каналу, чтоб в следующий раз хоть, может быть, возможно, сделаем промокодики. Возможно. А сейчас нас смотрит нужный человек для промокодиков или нет? Нет. Ну мы ему запись покажем. Угу. Для промокодиков. Гагарин опять сделал прокил. Читер! Богоюзер! Вот это я только что убил. Я даже честно говоря, не целился. Я уже разочаровался. Народ гона бай 5. Мы б с радостью, но они все на не забиты. Почти полные. Будет свободный, пойдем. Кто там, найдите, гляньте сейчас там. Если есть свободный, то скажите. Ну, напишите название об этом. Ну, мы уже час стримим. Да, но сейчас будет. Следующий раунд мы заскринимся для отчетности и пойдем дальше. О, отлично. Следующий раунд мы
Какой кнопкой скрин ты говоришь? F5. А. Еще залезешь на. А, ну я ж скринить буду, да? И я буду скринить. Он скринит. Подожди, так а как? Это же они все должны залезть и мы заскринить или как? Я не шарю. Ну все залезят на танк. Ага. И я, короче, заскриню вам. Мне тоже. Не, айскрин это все время делает по обычному, ну. Сейчас же друг друга перебьют. Тихо, сейчас все не стреляйте. Ну я надеюсь на это крайнее. Этот Женя, залезь на дуло. Я запрыгну не могу. Чтобы меня бомбанул пердак. Так я что подул? О, так оно проваливается, что ты хочешь? А, проваливается дуло. Давай, и так все заползали. Ой, меня чуть не скинули, отлично. Стреляем вверх. Ой, сейчас я в настройки зайду, вырублю этот интерфейс, окей, применить, все. Все. Теперь можно годно скринить. Скрин я стал. Заскринил? А давай быстрее. Скриню. Ну что? Тебя же убили, да? Ну заскриню. Заскринил. Олег. Где ты? Олег. Олег. Да я ж... Ой, хорошо, кто. Красава. Это, наверное, означает, что надо выходить с сервера, да? Олег. Что с тобой? Где тут? Где ты? Ау. Да вообще не слышно было. Ну, сейчас Олег сделает. Я так понял. Мне это совсем не нравится. Ладно, выходим. Да, выходим. Ищем новый. На B5 уже, да, идем? Хотя, и ты вообще в селе в каком-то. Ты ау, ты тут? Да. О, то так хорошо. Да. Так, ребят. На какой сервер? Кто-то там просил эту станцию. Давай станцию. Как она называется? Station. Угу. Поиск игр. Карта. Даже тут любую. Какой режим? Бенмач. Отлично. Ну, я такой люблю. Так, на какую пойдем? Давайте, чтоб побольше народу где-то. Видишь, вот. МСК 18-12. Station 12. Не вижу. 0 из 8 было. А он Station 10 тоже 0 из 8. МСК 18, Station 10. Сейчас он дабстепчик режет. Можем добавить звучка. Ух, сколько у меня сообщений. Сейчас я звучка добавлю, чтобы тебя переглушить. Хай звук после, музыку пока послушаю, пока мы загружаемся. Все, хватит. Хай вот так вот тихонько играет. Ой-ой-ой. Тут на всем мы играем? Ух, что? Я уже понял, что на всем мы играем. Да, играем на всем. Ну сейчас меня еще больше. Ух, нихера себе, вот это у него пушка. Сколько человеков там? Там уже все, ты уже мыканул. А, ты играешь или нет? Нет. Ты походу вообще не туда подпустил. Ой, я зашел. Да, я зашел. Вот тут резалка идет, капец. Она маленькая вот эта, да, вот такая? Да, она очень маленькая, наверное, даже меньше, чем B5. Да-да, ну, раза в два, наверное. Мне это нравится. Только меня режет, ну. Ладно, перейдем. Возьмем вихрь, может, мне он тут хоть где-то поможет. Я одно оружие, которое я знаю. Хоть выучил название оружия. Одного. Я даже хедшот дал, ты что? Можно почесать бороду. Ух, того бы почти убил. Там такой дабстепчик кочевый идет именно, хорош.
Так, Булпап нас смотрит, он не может выйти. Ему интересно. Нам просят на ножах. Давайте это один раунд поиграем так, а потом на ножи пойдем. Да я начал, какого он так долго, я посмотрел, он перезарядился же, да, вроде? Я не знаю, я посмотрю повтор именно этого момента. Тупо вот именно этого момента. Ну, не этого, это мне все равно. Как-то перезаряжается по-дебильному этот вихрь. О, хорошо. А, это салют кто-то заказал. Кто заказывался? Я еще не успел за это тут уже резать. Да давай, тут какие... Я не могу пройти какую-то коробку. Ух, тут резал. Ой. Все, это... Ох, как ты лагает. Ой, да не беси меня, заткнись. Спасибо. Ну Музыка такая тема пошла. Капец. Что? Меня нормально слышно, да? Да, ты лагал просто, это жесть. Ну что ж мы сделаем, мы же не какие-нибудь там кибы. Мы обычные люди, которые... Уху-ху. Это вторая, это моя любимая карта после B5. А, поставь того чувака, которого мы обещали пропиарить. Да не гони его еще, ставь, нафиг. Да поставь. Потом, в конце. А, типа будет конечная песня, когда мы будем выключать стрим. Да. Я даже буду подпевать. Я забыл, что у меня есть. Киба не читер, он админ, по-моему. Ух, да я даже не смог зайти уже. В домик заходишь и режешь. Ну такая-то точно для таких раков, как я тебе говорю. Граната на гранате. Да я не успел выйти, они уже, блин, убили меня. Патрона надо тут до хрена. Вот я вспомнил, у этого какое-то было... Не на вихре, а у него какое-то было такое оружие, у меня до фига патрон было. РПК-74, по-моему. Да, да, вот это оно. Оно сюда нужно. Но тут мобильность. Вот! Вот! Буянов качер, да ну, ребят. Ты мне объясняй на нормальном языке. Ну, Буянов это главный там админ. Нифига себе, и что за него написали? Что он качер. А кто такой качер? Ну, тот, кто качается, ёлки, договорные бои, типа там, я сделаю два лонгшота, а... Ничего себе. Короче, опасно. Все качеры. Так и да. Да, я даже готов признаться, что я на очень маленьких левелах тоже этим злоупотреблял. Я так, по-моему, кедр прокачал. Ну, это были ошибки молодости. Качали, херачили. Понапридумали же, дебилы. Нет, все-таки с вихрем лучше. Он быстрее стреляет, только патронов бы у него дофига. Я не успел зайти, откуда ты меня режешь, ты, сынок? Ты шо? С неба. А, ну типа прострелился. Тут гранат, мама, не горюй. Как обычно, патроны эти адские заканчиваются быстро. Я не знаю. Так, да ё-моё, там, блин, со всех сторон. Я такое люблю. Так что именно... Я ещё не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Убили негра. Я случайно вышел. Все, Рахит. Что же я могу сделать? Ну ладно. А, ну, доигрывайте матч. Да я не насилую тут. Не то, что рвут, а насилую. Просто. Тут пока понял, у меня отдельный момент. Вот сколько я убил с 2 часов, в которых мы играем. Вот сколько я убил человек за 2 часа. Вот именно нарезку сделать. Просто тупо нарезать. Сделай прогмуви себе. Ага. На тап не нажимай тогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Япона, мать, сколько вас же тут? Как-то маленькое интересное, я люблю такое. Ну что, не успел выйти, я уже не вижу, где оно уже ебашит по мне. Я матюкнусь. Тихо! Матюкнусь, но я просто, ну,
описал именно настроение этой карты, то что ты еще не успел выйти, уже стреляют куда-то. А ну-ка я подожду 2 секунды. То я просто понимаю, сразу появляется и сразу граната у меня летит. Ну на спаунеры, ну, если, ну, надо выучить, понять, где спаунеры, тупо кидать туда гранаты, ставить и все. И ты выиграл. Кинул гранату там, допустим, убил. Кинул, убил, убил. Какая там станция, нажми на таб. Ну хоть, а, ну хоть лорд. Лорд хоть поиграет. Тебя сейчас мапуют такие сильно знаменитые игроки. Я пока отдохну. Да, давай пока, можешь почесать там что-нибудь. Яйцо. Эх. О, гранаты убил первого за сегодня. Кстати. А тут гранаты летят. Что тут, конечно? Жесть насчет гранат. Ты шо, ты шо? Вот это тут месяц. Я еще кого-то убил как-то. Ого! Тут именно реакция, я не знаю, надо такая божеская какая-то игра. Сколько там до конца матча? У меня уже руки чешутся. 2 минуты. 15:09, господа, по киевскому времени. У нас остался 1 час. Меньше. Как человека зовут этого? Какого? Ну, слово этого, это так... Я так понял, меня, описывать, да? Описывать человека этого. Какого этого? Да. Какого? Ну, наверное, ж не этого. Да этого там, этого. Который там, а тут, а здесь. Ага, ясно. Терминал, терминал, терминал. Ну кто там спамит, ну. Что там у нас еще просят? Какие карты? Простить меня просят. Прощаю. Да, кто-то не успел так на раунд, и все, минута осталась. Меня режут капец, я даже не успел выскочить, уже убили. Давайте на лайтхаус, чтобы все попали. Чтоб все поместились. Да, это как я это понял, знаешь, это утрамбовщик, где на 105-м квартале, не видел? Не. Ну, посмотришь, я тебя потом скину. Ну, вот тут как раз сервер мид пустой. Мид, раки, раки на мид. А, ну там 40-й, 70-й. А, меня не пустят, у меня 36-й. А у тебя какой? 36-й. Мне надо, это сильно большой уровень для меня. Давайте лорд к вам придет через скайп. Ну, ну вы видели, чтобы, допустим, я не знаю, кого вам привести пример, допустим, Мэдисон стримит. Вы видели, чтобы к нему люди из чатика приходили в скайп? Нормально, да. Чувак, ну, чувак с второго аккаунта, наверное, просит себя. Мы можем привет только передать, простите. Да, Вандамайс, привет. Да, и лайк как? Могу поставить, я там аватарки ВКонтакте. О, все, давай. Что, на следующий раунд идем? На этот идем? На лайтхаус идем сейчас. Мы поместимся. Так, я сейчас скажу айскрину, чтобы он зашел. Угу. Да, айскрин, ты хочешь зайти? Так. Понятное дело, лайтхаус, МП. Это ж не дед матч. Тактикал, фигектикал. Так, так, так. Ну, я посмотрю пока, что у нас стримит Фриса. Так, да. 20 человек нас смотрит, нормально, причем. Валик, проверь личку. Айскрин, Валик, проверь личку. Проверь личку быстро. Задержка ж пока дойдет, я скажу, что ты хочешь. Ну я думаю, уже, уже дошло. Да, я тоже думаю. Сколько мы стримим сейчас, я попробую, Лена. Вообще, ладно, кто не успел, тот опоздал. Я еще на втором окошке понял, открою баскетбол. Смотри, как Украина играет. Они снять... МСК, МСК 14, лайтхаус ТЦ. Подожди, МСК 14. Блин, ты так сказал, я промыкал. Захожу. А сколько там людей там, что, большая карта или что?
14 человек. А что это за режим там? Там как в Battlefield точки захватывать. Я понял, только я не знаю, ты мне вкратце объясни, как игроки команды отличаются. Чтоб я своих не бил. Биары все одинаковые такие, чуваки лысые. Лысые, да? И юсеки в кепках. Короче, мне месить тех, кто в кепке, или как? Я не знаю, сейчас за кого ты зайдешь. А, давай за биара, у них меньше. Хорошо. Ну не знаю, может так получится, что я зайду. Не за биара, а за юсека. И придется мне еще раз. Валик, я тебе в личку специально прислал сообщением сервер, чтобы ты зашел первым. А потом мы уже сказали бы так, проверяй личку, чувак. МСК-14, Лайтхаус, ТЦ, просто ТЦ. У меня еще свои подсвечиваются, да, Ники, я так понял? Я зашел за биаров. Ну правильно. Мы проиграли, потому что... Так. Потому что я играю за его завод. Дайте я хоть на своих посмотрю. Ага, наши лысые. О, отлично. Люди пишут, тут только со снайперкой, бла-бла-бла. Я вон сейчас с этим бегаю, с Крисом. Ага. Айскрин подключился, аллилуйя. Сейчас может... А он хорошо играет, я надеюсь. Он, ну, как я, может. А, это типа его обидел, да? Ого, тут 28 минут раунд, ты что, дурак? Иди тут по очкам. Короче, я так понял, нас вообще имеют, я смотрю, хорошо. Ну, вы, может, вам затащите, я вообще не... Откуда Вульф здесь взялся уже? Ну, что за нас крутые игроки не идут? Потому что мы раки. Ну заходим же на... Давайте быстрее, ну бас, я точку захватываю. Где вы все лазите? Ой, кто-то пришел, что ли, или что? А, это Олежка пропал. Олежка! Вернись! Как ты меня достал со своим скайпом, уже меня напрягать начинаешь. Что за фигня, у меня сегодня с интернетом никогда такого не было. Ну я верю. Прибеги на точку 1, или как она называется. Так меня из КВ выкинуло. О, отлично. Так что до 28 минут мы калёшь. Я... Ой, я даже одного убил, прикинь. О, второй. Второй, а второй тут выиграл. А я по идее сейчас вот... Второго убил. А, 14 лайфхаус ТЦ. А еще возможно подключиться к нам, давай. Да, 10-10-14. А Гагарин за нами подключается. По-моему, Гагарин искает секрет, как именно ты вот так делал. За прикол, за этот. Как он там килы свои собирал. Давайте я точку охраняю. Девы, ну подбегите хоть кто-нибудь, хоть один. Ага, сейчас, а, ну да, на стриме ж видно, как я, ну, где я. Сейчас меня вычислят. Два человека, 22 человека нас смотрят. Отлично. Просто хорошо. Это, ну, не то, что отлично, это отлично. Отлично отличного. Вот гранату кинули, давай заходи, я верю, что ты отсюда зайдешь. А ты ж меня обойдешь, падаю, убьешь слева, да? Или сзади. Вот, блин, если бы я не замыкал, не начал бы крутиться, то может мы и сохранили точку. 0.42, вы что, позорище, давайте, дебилы, соберитесь. Олежка, тащи, ты где? Олежка тащится на карту. Тащится уже. А это с вашего, да, с вашего, да, этого, как его, скажи мне? Клана. Клана, да. Командир, короче. Ничего себе, да? Все, Олежка зашел за бир. Надо, короче, мне... Ну, короче, я никогда сидишь? В жизни снайпером не играл, я не знаю. Я где ты там сидишь? Да я не шарю, где, я на спауне. Да, начинаю зажимать спаун. О, отлично, меня убили. Вульф зашел за Юсек. Короче, нам капец. Да, это слив. Ну, может, я первый раз поиграю за снайпера, может, мне повезет. Ну, ты же там говорил, что там пули не так летят. Прицел кривой там или что. Еще музыка такая, понимаешь, я тут крадусь. А еще такая музыка, понял, такая.
Какая? Именно такая вот, именно как... О, привет, Биг Дом. Крадущаяся. Крадущаяся. О, отлично. Да меня режут, капец. Да меня тоже. Ну это не тоже. Меняем карту, уходим. Это плохая карта, херня. Не, мы шутим. Ну какой там... Да ну я вообще, ну я даже не... Ну ладно, короче, берем вихрь и погнали. Эта карта точно создана для вихря. Да. Ассист, отлично. Короче, то, что мне надо. Ну вот тут вот теперь началась возможность, мне вот заспавнилось, чтобы стрелять со снайперки, япона-мать. Ну где вот, почему я в прошлые разы спавнился в какой-то заднице негра? Ну ребят, ну соберите булки, у них же две точки. Ну нормально, и режут нас снайпера. Где тактика, 15-0, пацаны? 15-0, ну хотя бы одно очко заработайте, парни. Мое очко заработайте, парни. Ну сколько мы... Ну хотя бы попытайтесь захватить. Они даже не ты. Короче, ладно, я беру снайперку. Я никогда в жизни не играл за снайпера, ну... Не, я играл... Ульфа убил. Ого, все. Все, мы завязываем. Это вин. Это победа. Дабстепчик и погнали. Все сильные зашли против нас. Нормально, это нормально. Просто выносят нас. Все же хотят показать какие-нибудь стримы. Все поэтому... хотят бомбидла уже они. Да, чтобы бомбануло у меня так, что мало не показалось. Бедная страничка чувака. А, там, а ну оно ж, я же светил там имя своим. Ну ладно. Да хоть бы в одному. Они даже два не захватывают, им лень. Хоть бы одного со снайперки убить, но вообще со снайперки нереально, блядь. Я не знаю. Все, Женя уже проскакивает слабо. Маты проскакивают. Да ну. Отлично. Гранатки меня, хорош. Короче, надо брать что-то другое, погнали, насрать. Валю. Короче, я захожу с тылу, пацаны. Они нас зажали на спауне, ну что за фигня? Ну, спаун-киллеры. Давайте хоть как-то, ну, выиграем. Отлично. Ну как, вот как, ну как ты подловили у меня? За слов нет. Других. Ну просто жмут, просто жмут. Бегите, значит, быстрее со спауна, где мой быстрый бег? Короче, берем пистолет. Кобзон еще рэп не будет петь. Пока быстрого бега не будет, но все равно никто не понимает, о чем мы, ну не знаю, ну как они по мне резают, ну нет у вас там никого. Писец! Это просто писец! Мне только, знаешь, мне комментировать игру, мне нельзя играть. Ну вот выйди, вот откуда ты стреляешь, вот выйди, вот просто покажи себя. Ну что ты вот писец? Вот ты вот там сидишь, да? Вот чуть-чуть левее стань. Почти я в тебя целился! Да ёлки-палки. Да ну это позор, ну 0 очков, ну возьмите хотя бы одно, ну пацаны, ну что за фигня, ну япона мать! Ну что? Эпик фейспал. Это просто мандец, это ну это не... Откуда он, блядь? Я же мандюкнусь. Я же мандюкнусь в открытом. Ну везде проскакивает мат, вот откуда он, я не знаю, ну я уже... Давай, я тебя прикрою. Да, говори то. Вот ебана мать! Ай-яй-яй-яй. Дайте хоть со спауна выйти, ну будьте с людьми. Все ж мы люди. Ай-яй-яй-яй, нас имеют. Обойдите, ну придите хоть кто-нибудь на спаун, ну поймите нас на спауне, ну так хоть интереснее будет. Ну реально неинтересно уже играть стало. О, я нашел тебя. Выйди еще разок, пожалуйста. А, ну, это... Чувак за камнями сидит, ну, крысы, подло. Очень подло играете. Да я ж высматриваю тех, кто в кепке, лысых не бью. Над нашими еще горит треугольничек такой синий. Я уже помню. О, а ты там был. Я его не видел. Понские города. Ну, короче, мы раки, ну, что, что можно говорить. Да ну хоть бы одного еще побить.
Да ну это просто, ну. Юсеки, захватите два, чтобы было полностью позорно. Чтобы мы уже проиграли побыстрее, можно сделать. Сухую давайте, чтобы мы слились, как раки просто. Мид не затащили. А мы ни хрена не затащили. Захватывайте двоечку. Давайте. Я думал, так надо полюбил! Как я люблю быть снайпером! Еще в этой игре она кривая какая-то, блин, снайперка, я не знаю, ни хрена, уже просто уже руки опускаются. Давайте захватывайте уже, пацаны, ну, уже выиграть. Мы уже хотим быстрее проиграть, сменить эту карту. Чтоб я еще когда-то зашел на эту карту, там махал я ее. Во все, что видел, махал я ее. Как я тут, вот как, ну, я не знаю, ну это люди, я не знаю, реакция. Пацаны, вы вот серьезно, вы никогда, наверное, в шахматы не играли, просто реакция, блин, у меня, как у шахматиста. Ну я не успеваю, да я прицелился, он меня уже увидел и убил. Я не знаю, это просто это жесть. Не знаю, насрать, пошли уже в открытую, где там? Я не люблю такую, вот эту вот такую карту, такую игру. Не то, что мы, хай мы проигрывали там 100-0, ну. Мы проиграем 329-0. Да и мне все равно, мы хоть 1000-0 проиграем. Но я имею в виду, что ну, это ж не игра. Ну, вот я почти прорвался на их место, там где они сидят. И... О, сейчас мы туда грену запердолим. Ловите, пиндосы. О-о-о-о, я его убил! Лонгшот, вообще из-за камня какой-то башка торчал. А, еще одного хотел сказать. Не, не еще одного, я кому-то помог, походу. Прорываемся, пацаны. 0,355. Зато мощно. Я... Мойдете. Там, ну, ну, ноль же. Хоть бы один. А если бежать туда косо, они все равно падают. Нету быстрого бега, это меня вообще раздражает. Да забросайте уже, ну не можете вы выиграть их, кидайте в них гранаты, ну твою ж мать. Ну елки-палки, ну даже обойти не даете. Вот это нас бомбит. Да ну это нереально. Вот почему вот такие моменты, вот когда... Ассист. Ахаха, ну хоть Вульфа убил. Ну хоть ассист. Почему вот... О. Я почти добежал до камня. Эх, напряженный момент. Что ты почти захватил? Да там все равно вдвоем надо захватывать, так что. Фигня, левак. Ну давай по трубам, может повезет. Да каким трубам? Там всех стреляют, там за камнем сидят. Забрасывайте вот этот вот камень говном просто. Приготовьтесь пулять какашками. Я еще раз возьму снайпер. Это прям как вот есть даже аудиозапись ВКонтакте, вот то бандероль понабрали, вот то гранат, полные карманы, моя пошла, вот такое. Я такой не слушаю. Ну почему вы все поменяли фланги именно в тот момент, вот когда, че, где все, за, которые там за камнем сидели, где вы все делись, когда я снайперку взял? Я же... Что произошло, почему мы так близко... Подобрались, прорвали хоть как-то оборону. На несколько. О, пацаны! Я убил его со снайперки! Ты шо? Красавчик! Ты... И киса! Я еще ассиста сделал! Пацаны, пошла, кажись! Да какая пошла? Быстрее камень нахуй хватайте, несите его на базу. Я же с матами, ну мне все равно, ну я имею в виду, что ну мне не все равно, ну я уже не могу просто держаться. Хватайте камень и обратно его пердольте сюда на базу. Я не знаю, ну может как-то так выиграем. Ну смотри, мы первый раз прошли туда. Ой, хорошо.
Так он с пистолетом меня хрен знает с какой дистанции вынес. Херась, у него пистолет лучше, чем моя снайперка. У него руки длиннее и промее. У него руки настолько длинные, что он достает аж до меня. Как ты оттуда можно стрелять? Ну, с пистолета, ну ты чё? Да ну ёлки-палки. Я не знаю. Я ассиста зато дал. Хоть ассистов пособираю. О, по мне уже стреляют, все надо лахать нафиг. И двоих такой именно, хорош. Ну ничего, выиграем когда-то. 503-0, ёпта мать, 503-0, ну вы чё, дебилы? Такого еще не было. Ну, первый раз на стриме такое все будет со всеми бывает, с кем не бывает. Ну, ты подумай, что ты подумаешь? Надо было заходить против меня, потому что ты знаешь, что мы все равно не выиграем. Может я хочу. Я ж честно игру. Ай-ай-ай. Тебе, может, повезло. Я накидал гранат нахер. Так, я пока поскриню боевые действия. Угу. Отчет. Как мы проигрывали, или что? Ты хочешь типа это, самые лохи века, или что? Да. Топ-100 лохов. Я прорвался до камня, пацаны, только я какого-то хера приседью иду, ну нормально. Я взял, сейчас я возьму. Rest in peace, Женя. Да. Hello. Я ухрен знает, сколько написал бред, а не стрим, и все затихли в чатике. Ну, понятно, бред, а не стрим. Это типа понял, это второй ведущий, который ведут там стримы, наверное, написал. Не, ну в данный момент да, я согласен, что бред, потому что насилуют нас. Я просто больше пить это кроме не нахожу. Нас не просто насилуют, нас просто, не знаю, скотчем примотали. Ага. Камням, блин. Камням, которые мы не можем обойти. Я не знаю, это просто капец какой-то. Соседи еще что-то там начали сверлить у себя. У меня один хп. Они же знали, что стрим у тебя идут, надо посверлить. Мамка попросила твоя, да? Они услышали крики и стоны. А, и стоны нашего выигрыша. Это просто. И начали мне дверь сверлить. Ой, там. То не ты там побежал, фиг знает куда-то, а вернись там сзади тип был. Не-не-не. Ой, мы так близко до камня подобрались. Да бегите, дураки! Отбегайте этот сгорелый Ланос и бежим. Ладу Калину так понятнее будет. Да нет, ну Ланос, наверное, знает, что такое в России, ну, машина такой. Ну, типа наша, типа ихняя Лада Калины, только ну, у нас она побольше ценится. По-моему, Ланос круче, чем Лада Калина. Ну, понятно, что круче, но я имею в виду, ну, именно она такая же популярна, как и Лада Калина. Вот я на гранате сейчас взорвусь нафиг. Я дошел до камня почти. Я убил 12 человек и сдох 40. А я убил 7 и сдох 46. Нормально. 46, не обмануй. 47. Я, ну, уже 47, я сказал 47. 6. Сказал 43, по-моему. Я 46 сказал. Послушаешь потом на стриме, на записи. 46 я сказал, или 43. Запомни, это было 15.34. Это... Ой, так уже конец стрима. Смотри, мы еще эту карту успеем не доиграть. Полчаса осталось до конца. Ну, фонарь уже. Там можешь, блин. Можешь включать песню того пацана. Да нет. Она такая же говно, как и. Как и наш стрим. Призна. Не, начало какое-то такое было именно задорное, такое хорошее начало, но когда. В середине мы сдулись. Хотя, ну мы даже мы вернее не сдулись, а вот. Мы хорошо. Не сдулись, нас прокололи взад и сдулись. Из-за дырки вообще. Мы сдулись из-за последней карты. До этого у нас был веселый хороший стрим, который нравился всем, и мы обещали высать сало. Вот как я еще чувака убил какого-то. Нормально. Как они еще могут от нас умирать, я не знаю, это позорно, зачем года. Ты что, это ну, просто. Ну зато серверу онлайн подняли некоторым. Я еще не успел отпасть, он уже меня убил. Ну нормально. У нас еще парень пытался просто там. Говно.
наемник пытается тянуть, ну а что тянуть? Что тянуть, если у нас еще раз, два, три, четыре, пять, шесть раков? Ну как можно тянуть одному, понимаешь? Когда я стреляю по ногам, а хочу убить. Ну на спаун миномет не бросайте, ну что это? Это совсем издевательство. Вульф! Вот чуваки, штормы нафармят, прошки. Ага, ну вот это так именно тупо из дну. Да, я хоть второй, наверное, в своей команде. Я третий. Я третий, ты слышишь, что я говорю? Я три. О, наконец! По моим яичкам. О, познали на другую карту, валим отсюда, наверное, все-таки. Так, говно полное. Гружан. Там какие нафиг нам надо, что дураки или что? Может попробуем все-таки прорваться на B5? Можно. Да уж. Короче, дезматчевые только карты, потому что в командных боях. Это будет. Вот я сейчас левой рукой делаю кулак, правой рукой ладошкой открытой. И слушайте. Это вот такое вот сейчас происходит. Ага. Вот такое будет происходить. Интересно, а сам промайн можно сделать стрим? Там он промайн. Да кому он нужен? Ну, продолжаем. Повыходите, пожалуйста, с сервера, кто там слышит меня, я не знаю, с B5, кто-нибудь выйдите оттуда вообще, вон. Чтобы потом зашли. Вон, выйдите, да. Погнали на D7, он, по-моему, пустой. Да, тут дофига пустых серверов, вон много. Какой? MSK 18, D7, 3. Видишь? А, ты туда не попадешь, у тебя ж выше 40, ой, блин. Сейчас, подожди. Так, сейчас меня просят, погоди, что сделать. Давай почитаем, пока что там напишут хоть. Матюками нас тут. D7. А ну, что ничего не пишут? Да ну я тоже за D7, в принципе. Качество, конечно, у нас вообще класс. 25 человек смотрят, я не знаю, все пишут, что говно-говно, а 25 человек смотрят. Угу. Не знаю, на ножах. Ну, можно на D7 на ножах. Так, мы должны... Подожди, стой. Я карту выбираю. О, я, кажется, знаю карту. Какую? Сейчас. Ты же там в скайпе мне напиши, чтобы мы быстренько зашли, а потом сказали, да? Да. Давай, быстрее давай. Да я быстрю как. Ой, я пока гляну, как Украина играет с немцами в баскетбол. О, отлично. Это ты мне? Не ты прислал мне ВКонтакте. Сейчас, подожди. Не, ну ты не жди, ты, в принципе, ищи. Да я ищу. Я пока гляну, как Украина с немцами в баскетбол играет, могу покомментировать. Я даже что-то данный профиль не сохраняется, это что-то такое странное. Он... Наши даже проигрывают на 2-5 после первой четверти. Скажешь, когда найдешь, я пока баскетбольчик посмотрю. Ты пока не говори. Отлично. Ой, хорошую нам трешечку дали, да? Да что у нас немцы? Ого, уже 2 лайка. Люди пишут, что за фигня тут происходит. Это мы пытаемся. А какая карта, дурак? Ты мне написал карта. Там же ж написано в названии. Он мне еще по названию, блин, расшифровывает. Ну, между циферками название. Я понял. А теперь надо найти. Валентин, я уже понимаю, заходит. 11. Валик, я тебя сейчас ванус. МСК 11, лейк 2, да? Угу. Хай же заходит. Там заходите, меня... парни, МСК 11. А у меня как раз нигеры запели. Ты шо нас рвут, я тебе говорю, баскет. 8-2, рахиты, соберитесь. Слава богу, что нету парней по типу Косова и прочих таких. Потому что, ну... 10-2 такого холодно. Как наши рахиты так баскетбол играют? Так, это хорошая карта. А тут же в воду нельзя, да, заходить? Нельзя.
Я зашел, слава яичкам. Ого, глянь, сколько людей уже подключилось. Какой айскрин? Мофта софт. Ой-ой-ой. Что такое? Да, у айскрина пинга просто капец. Он вряд ли сможет что-то сделать. Тоже такой интернет, как у тебя, я так понял. Это, наверное, еще хуже. Да, но я даже с калашом ничего не могу сделать. Да я не пойму, откуда меня нахер разносят. Я уже это не могу. Давайте понять. Остров на остров, пацаны. Да какой остров на остров, не гони. Тут еще я своих не знаю, как они. Пацаны, давайте остров на остров. Меня так имеют, я вообще не вижу, откуда меня. Вот меня убили 4 раза, а я только... Остров на остров. Нафиг надо? Чувак. Нет, чувак. Нет. Почему нет? Ну, потому что говно. Почему говно? Да остров против острова. Ну я тогда всех своих буду бить. Не играйте, я буду всех своих бить. Зачем? Потому что мне нахуй кого-то убить. Ну ладно, не остров против острова. Я и скрина убил. Кинута. Все, больше на хер нам летсплей дадут. Ой, летсплей этот стрим. Подарчиков бы каких-нибудь вам раздать, ну. Да, я могу только аккаунт от Original дать. С фифой. За деньги. С фифой за деньги. Да, Sims 3 могу разыграть для настоящих пацанов. У меня, кстати, несколько аккаунтов, их много очень. Айскрин пишет, что будет потом. Ну, будем надеяться. Ну да, ну, мы будем надеяться, что понравилось хоть кому-то. Стрим говно, ну клёво. Чё? Чё происходит? Я не знаю, меня кто-то имеет. Ну да и ты был, я знал, что ты. Я знал, что это ты был, я не знаю. Я тебя сразу как-то не убил. А где ты делся? Ты же соус. Ты да. Сзади? Ой, меня имеют. Тоже карта неудачная. Ну такое, я вот честно говоря, я такие карты не люблю. Да что, более-менее как? Не знаю, мне не нравится. Я на втором месте. Не, я не за то, что там я на последнем, мне все равно. Я, вернее, не, даже не на последнем. Не любишь крысерские карты, да? Не, я не люблю, это какая-то дегенератская. Почему? Обоснуй. Не знаю, я даже не знаю, чем обосновать, но она мне не нравится. Вот дегенератская. Это классика. Там на вот ней это... играть надо. Я ненавижу такого, не знаю. Так точно, хер майор. Автософт. Вот такие карты. Я не пойму, откуда стреляют. Ну куча островов да какие-то. Такой карты не существует, чувак. Ох, у меня судорога на ноге! Ай-яй-яй, у меня 1%, я убил там кого-то, но все равно у меня судорог на ноге. О, у меня отпустил. А, умер во время стрима. А у меня там Эминем под дабстепчик играет. Господи, я не слышу, какой там музон, у меня стрим выключен, чтобы не лагало. Чтобы не лагало. Там нормальный музон. О, отлично, кто-то. Я вижу, нас уже 24. Ребята поприходили со школ. На. Кто-то поприходил. Ну ты не мог не меня убить. Я не знаю. Я не знаю где. Учитесь играть, ну. Так мы же не спорим. Я на втором месте, я умею играть. И я умею играть 2.11, отлично. У меня 12.7. КД больше одного, значит малорик. Ой, 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 ну кто там так стреляет, ну? Да ну чё опять на этом острове? Не хочу я на этом острове, нахер я спавлюсь тут? Я не знаю, я вы убитый, вот Марк какой-то именно. Марк, ну зря, ну жалко, нельзя обзываться, я потом... Я вам сделаю неофициальный стрим, поиграю. Дай место софту. Ну если есть кто-то благодушный. Там о, что? Дали место софту. Все, крепитесь. Что такое? Да ну, Марк. Все, тут у нас такое офигенное. Вот все, у нас сейчас будет всех бомбидло. Угу. Или нет? Я первый, ничего себе! Ага. Все хотят попасть в стрим, все меня имеют.
заскринить. Что ты на первом месте в стриме? Да. Та ты не гони. Софта, ты качер, да, ну. Он не качер, он качок. Я еще не на последнем месте. Неужели есть лохи такие хуже, чем я? Это какая-то случайность, чисто в натуре. О, ребят, давайте что ли? После этого матча заскринимся. Вот в этих синих ящиках, в которых можно залезть внутрь. Какие ящики? Ты что, дебил? Все в ванной заскринимся, типа. Нафиг оно надо? Бред какой-то. Короче, кто пишет? Ага, убил Мофту, ахахахаха, Мофту убил. Заткнись, заткнись. Ненавижу. Заткнись. Короче, все, кто заскринится, плюсик напишите в комментариях, кто против, минус. Но я против, я уже сказал. Почему? Не хочу я скриниться, это какой-то детский сад. Нафиг оно надо, на каждой карте... Я смотрю, столько много плюсиков пошло, что... Плюс, о, плюс. Минус, плюс. Считай, я хоть чем-то займусь. Минус, вот, молодцы. 2-2. 0-0, вернее. Равно. Какой идиот прислал. Чувак просто, ну, это, понимаешь, сломал систему. 134. Да чувак сломает систему. Ты в курсе, что у нас 14 минут осталось? Вот как раз карта-то закончится, это последняя карта будет, наверное. Да. Ну так. Поставь тот трек, пожалуйста. Прям сейчас? Да. Сейчас у меня и так нихер играть. Сейчас, подожди. Все его эти... Композиции? Да. Две или сколько там у него? Да не, у него до хера уже. Тихо. Вы сейчас услышите нашего. Подожди, а ну-ка. Блин, а, надо вывозить. Сервер МСК 11 Lake 2, ну. Вы вряд ли зайдете. Ой. Ну сами меня кикнул. Опять Мофту убил, ахахахаха. Ты что, у меня целый альбом, он тут треков навылажил, не гони. Мне мамка звонит. Ну включи его самый первый. Включил. Все, нас качай. Я хоть и не слышал, ладно, я отключусь на немножко. Давай я пока музыку послушаю пока. Хабардейственную музыку, это наш одноклассник. Йо, нигеры. Я не знаю, слышите его нет, но вроде должны. Да, не воруй мои мысли. Я не качаю, но все еще впереди. Каждый день пишу от руки. Приходи, посмотри. Через года два я буду первым в списке. Будут мне качать грудастые киски. Я рифмую, а ты говоришь, и это низко. Я думаю, слышно вам? Вы напишите там кто-нибудь, пацаны. Нет, ну ни хера, я не пойму. Я не знаю. Ага, я дал трек послушать, пацана. У них у всех багетирует. Ага. У, говно, вырубите это. Пишет, написано, да? Да. Говно, выруби, бэ, меня сейчас тошнит, да не очень. Фу, я выхожу из стрима. Говно. Ладно, вернемся к нормальной давай, музыке. Давай, нормально, ну. Рэпчик, давай рэп, да не, рэп не хочу. House Dance, давай. Ну, нас слышно? Там-то слышно. Продвинемся. Так слышно или нет? Ну, должно быть, а куда надеемся? А, ну, мало ли там ты выключал. Не выключил. Очень хард-рок. Но он не любит хард-рок. Ну ладно, для стрима тут выкрасно. Тут вообще рок надо найти хоть какой-то. Металл, вот. Металл это то?
Металлика включи. Какой-то Рамштайн, похер. Первое, что там написано, я вообще не шарю. Скелет. Ну все, сам факт того, что мы включили его песню на стриме, запечатлен. Да. Потом мы все что послушаем. Ха-ха. Немцы сейчас перестреляют меня. Ну мофту я уже раз 5 убил. Мне насрать, я самое последнее, я не знаю, где вообще откуда меня стреляют, и это капец. Я с вихрем бегаю, это весело. Я набегу на гранату специально, чтобы взорваться, но нет. Не, ну, меня мофта убьет. Софт. Так. Так, это громко, громче, чем меня слышно, это я знаю. Вот хай так играет. О, Рамштайн. Эй, жалко, я сейчас не могу слушать. Я бы с радостью тут. С радостью. Попел бы. Хоть какой-то, какая песня играет? Я не знаю. Бормотать переводится. У меня просто Google переводчик перевел автоматом. Как? Бормотать переводится. Я не шарю, как она. Блин. У меня Google переводчик переводит просто. Бормотать. А, мутер. Да. Лиденман написал мутер. Лиденман это, короче, солист их. Кем, прям это нафиг. Что, погоди, мутер? Барматун, да ну. Бормотать или как-то так мне перевело. Ну, мутер, по-моему, это мама. Насколько я знаю. Бормотать, вот. Но у меня перевел, что мне заскрините или что? Да, я забываю, мне надо же скринить. Ой, да ну на ним даже не дают поскринить. Да если что, выложим группу, ну как там, я не знаю. 2 часа, правда, перезаписывать, но я не знаю, что это надо делать. 2 часа, ну по мне режут, это... Да ну ты, вот, где ты стрелял, скажи, откуда ты стрелял? Я на будочке. Ты с того острова стрелял, правильно? Да. Отлично. Так. Ключи Оксимирона. Ого, а кто это написал? Газ, маск, коллекционер. О, ништяк, так ты же рэперы собрались. Рэпка, вот это хорош пошел. Олег, скин свою страницу. Сейчас, подожди, я как раз на стрим, я сейчас, ну, текст напишу, да, и все, как текст там скину. Оп. Скинь, короче, в описании стрима это. Да какое описание стрима, я в этом как новый текст добавлю. Хай пишут найдишники наши. Сейчас, подожди. Фирмерлин. Шиберный. Сейчас увидят. А, ну он в наблюдателях сидит. Справа внизу уже видно. Это мой. Моя страница. Сейчас Олежки скину. Да, свою самую первую скинем. Ну так понятно, козырная страница, и кто ж стримит. В следующий раз будешь стримить, будешь ты скинешь. Да я же не умею. Читать речитативо? Да. Справа в нижнем углу можете видеть, наблюдать. Уже точно можете наблюдать, даже 100%. Да, сейчас посыпется 1 000 000 подписчиков. Да, 1 000 000 посыпется. 10 миллионов. О, я искрин, ну. Чё ты там засел? Я хоть 5 человек убил. Я убил Go to Hell. Да, я коварен. Ну, ты настолько офигенный. Я 5 мофту убил, ахахахаха. Жека, погоди, а с чем ты ходишь? С вихрем! Да мне все равно. Ты еще 5 человек убил, ничего себе. Да мне впало больше что-то поменять. Вот что, может, возьму какой-то РПК или как там. Я не шарю. Я эту карту, ну, мне она не нравится. Просят Эминема включить. О, сейчас подожди. Чувака вот это убью. Вот если я убиваю Эминема, о! РПК взял, красавчик.
Ты убил админа этого. Хоть одного. Сейчас именно его включу. Понял, ну знаешь, как радио, мне точно радио напоминаешь. Да. Раньше было радио, по-моему, Фонарта. Группа КВ Фонарт. Сейчас, подожди, Эминем. Было радио, я помню. Так. Сейчас. Ну, осталось 7 минут. Сначала КВ Компани, потом Авгруппа, а потом Фонарт. Да, я. Ну, я был только на Фонарте. Хай сама начала, нормально. Фонарте. Фаншмарт. Это с Call of Duty песня. Играющая сейчас именно. А вы, кстати, в гости приглашали людей. Каких людей, чувак? Какие, куда? Какие гости? Мы б с радостью. Да, если можем. Кого вы хотите в гости? Буяныча? Топов? Ну, можно вам устроить Хайдекса. В принципе. Можем устроить вам Хайдекса. Епискус был, ну... Валик Хайдекс сможет? О, сможет. Услышите Хайдекса, если он согласится. В следующий раз. По мне стрелять хер знает откуда они была. Там Эминем зажигает. Я думаю, второй раз буду с ним играть. С Хайдексом. В жизни. Да. Ох, хороший он это бомбанул. Еще Маратка. А кто такой Марат? Погоди, напомни Марата мне. Да, тут... там своя атмосфера. Фримен. А, ну да. Киба, да, Киба наш нафиг пошлет. Меня слышно? А, да, походу слышно. Там слышно. Конечно, слышно, куда ты делся. Первого. Буяна и Папая, ну не знаю, мне будет как-то стрёмно играть с админами. Ага, я тут драковать. Норм будет пати, пати-хат будет. А где ты, Олежка, ты ж лазил на этом острове, куда ты делся? Я ж тебя смотрел за тобой, смотрел, ты, падла, какой-то убежал. Я с радостью с Буяном поиграл, но я боюсь. Обделаюсь. Жидким поносом. О! Ништяк, я хоть кого-то убил, только за не Олежка был. Так. Ой, хорошо. У меня ухо уже болит. Да, они обычные игроки. Ну, обычные игроки, да, но, ну, как, понимаешь? Админ. Да, админ. Они да, дают. Ну, Айскрин, ты играл с Буяном. Просто играл. А вы же имеете в виду пригласить как именно, чтобы с ними болтать? Я-то не знаю, с чем, о чем можно болтать. С Буяном. И с Папаем. О чем можно болтать? А, я... Айскрин! Кобра. Чья там головка торчит? Моя, наверное. Я тут жарю. ФР пригласите. Блин. А что ФР? Ну ФР, клан ФР. Да мне все равно. Какой клан? Мне все равно, честно говоря, с кем играть. Division. Ни с кем играть все равно. Весел сот. Пригласите этого фермера пригласите. Ой. Фермер же это ты. Да ладно, ой, спасибо, да. Это как его? Хотел пошутить и забыл шутку, прикинь. Вульф, Лалка. Я сейчас рассматриваю нововведение. О! Ну все, наверное, что мы? Уже 16.00 ровно, вот только что, только закончили, понял, 16.00 ровно. Давай что-нибудь помандим, я музыку пока выключу. А о чем можно мандить? Ну, следующий стрим. Давай про следующий стрим, пока поговори, рассказывай. Вы хотите следующий стрим? Нет. Он не хочет.
Конечно, мы хотим следующий стрим, правильный ответ? Ну мы хотим, а они. А они хотят, да. Сейчас, подожди. Ну, айскрин ясно хочет. Ой, блин, на планшете ВСД. Айскрин хочет. Ладно, парни, я уже выхожу. Да, ну сейчас я еще потранслирую. Вадим Коротков. Спасибо за стрим. Ты видишь, я вставил твою картинку сейчас вместо тебя этого на наеблого. Ты что, идиот? Нет, теперь только. Ну ты уже вырубил, что ли? Нет, еще. А, ну. Спасибо вам за стрим. Давайте. Пока. Давай же вырубаемся.